2025 год. На планете кризис жанра. Не осталось ни одного хорошего актера. Мир в панике. Он требует хорошего кино. Но еще не нашелся тот смельчак, который способен был бы восстановить равновесие в мировом кинематографе. Хорошего кино. Меня выгонят с работы. Нет. Меня выгонят из дома. Все пропало. Я-то да, а вот вы, по-моему,
Россия! Рапор Россия! Ну ты что, ты видел, мне бы деньги вот так положила? Как косовки съела, ты видел? Да видел, я видел, на полежу бумагу. Да у вас максимум лицо Юрия Никулина. Вот валуй, он же сначала бьет, а потом спрашивает. А у вас сколько текста? Это же много для Валуева, это очень много. У него максимум должно быть. Кто? Уйди. Вообще, отдай мои очки. Марш учиться. Бездарности. Кошмар. Это какой-то ужас. Кем мне приходится работать? Неужели за сегодняшнюю съемочную придется ни одного хорошего актера? Ассистент! А я? Я вот такая вот... Противный все время, а? Нормальный! Так, что у нас как главное? Ну так давайте, начинайте. Евгений! Да ты один? Да,
пощупать. Обнять. Злые руки не иначе, языка не намеки. Если женщины любят, значит, кое-где мы кое-где. Злые руки не иначе, языка не намеки. Если женщины любят, значит, кое-где мы кое-где. Опа! Пошли, старики-разбойники! Пошли, мужики! Пошли, мужики, с вдохновением! Душа развернулась, ну что-то не до конца. Хочется чего-то вот такого. Это толпа! Танцы в школе! Я сделаю! Он наказал маме! Что такое голос? И позора пусти, а! Atıyor, ağzımın ese kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz beni gördük babamızla ne güneşin oldu. Adet gelmiş eski köyada kızlar. Oh,
Thank you.
И это иди сюда, принцесса. Принцесса. Ты мне скажи, пожалуйста, ты что, петь умеешь? Тебя научить? Где это интеллигентность? Ты же пришел в дом женщин. Должен показать себя бумагу. Смотри. Нужно поднять бокал на свет. Посмотрите, дурак. Помилуйте. Не будьте как лучше. Какая ты за раза сок налила? Так мы тебе никогда не будем. Так вот, Гринч, хватай своего коня, а ты забирай своего алкоголика и марш со сцены. Кстати, сходи там вот недалеко, где зрители есть. Посмотри на людей. А вот ты, иди сюда. Thank you.
один талант. Один актер. Вот игра. Вот. Вот это. Молилась ли ты на ночь ты с демона? Мой бог! Здравствуйте. А вы знакомы с Наполеоном? Пойдем. Они вот с Кутузовым уже ждут на уходе. Какие добрые люди! Сцена с Кутузовым! Адекватный
ассистент Елена Дяченко. Волнесса Анна Рашевская. Клоун под номером один Даниил Дорожкин. Клоун под номером два Александр Николаев. Медбрат, он же конферансье, он же Гога, он же Гоша и он же Юрий Сидоров. Второй медбрат с второй больницы, со второго этажа и второй палаты. Сергей Белинский. Восточная женщина и он же горячий русский парень. Денис Смитаса. Бывший человек-гусеница и в настоящее время человек-бабочка. Игорь Аксенов. Все вместе шоу-группа «Веселый».